когда вернешься в 985-й, уничтожь машину времени. Уничтожить? Да, но это долгая история, док. Не пытайся. Повторяю, не пытайся возвращаться в прошлое за мной. Да. Она простояла здесь 70 лет, 2 месяца и 13 дней. Поразительно! В чем дело, мальчик? Пойдем. Пойдем быстрее. Пойдем. Док! Док! Иди сюда! Быстрей! Умер 7 сентября 1885 года. Через неделю, как ты написал письмо. И ниже на вечную память от любящей его Клары. Именно я лежу там, и меня застрелили. Этого не произойдет, док. После того, как ты отремонтируешь временной контур, я отправлюсь в 1885 год и верну тебя домой. Мартин, надень эти сапоги. Такие штуковины в 885-м не носили. И в 955-м тоже не носят. Хорошо, как только там окажусь, надену. Я обещаю. Хорошо. Готов! Внимание! Не подведи, Силер.